Митчел Кокс оштрафовали. Такое решение приняли сегодня в суде Советского района. Пусть наказание для промышленного гиганта и небольшое, всего 100 тысяч рублей, зато событие знаковое. Инспекторы Уральского управления Росприроднадзора выявили нарушение еще весной прошлого года. Вы, конечно, не поверите, но это была плановая выездная проверка на Митчел Коксе. Казалось бы, о визите инспекторов заранее было известно, но нарушение природоохранного законодательства все равно выявили. По отчету Росприроднадзора процитирую. Юридическое лицо производит неучтенный и непронормированный выброс загрязняющих веществ – формальдегида, фенола, аммиака, бензола и других.